Красноярске стартовала спартакиада среди молодежи до призывного возраста. Участие в ней принимают школьники из более чем 30 территорий. 300 юношей в возрасте от 14 до 17 лет в течение 3 дней будут соревноваться в таких дисциплинах, как подтягивание, прыжки в длину, бег и военная эстафета. Все ребята, приехавшие на региональный этап спартакиады, показали лучшие результаты на аналогичных районных испытаниях. Некоторые из них уже выбрали армейскую службу в качестве своей будущей профессии. Дома также занимаюсь рукопашным боем, на тренировках выкладываемся. Так, после тренировки самостоятельные, тренировки контрольные, бег, кроссы, физические нагрузки сам распределяю. Заинтересовала военная тематика и собираюсь в дальнейшем связать свою жизнь с военным, с чем-то. Поступить в училище военное, давать долг родине. Ежегодно команда-победительница краевого этапа выезжала на всероссийские соревнования. Они проходили, насколько я знаю, в Омске, в Томске, в Абакане проходили. Победители прошлогоднего этапа ездили в Калининград. Ну, там поучаствовали, результаты из 70 территорий, по-моему, не были 21-е.